А сейчас подробности. Сегодня в Гродненской областной филармонии состоялось чествование победителей ежегодного областного соревнования Гродно и районов области за достижение высоких показателей в экономическом и социально-культурном развитии. Организации и граждан, которым присвоено почетное звание «Человек года Гродненщины». Мероприятие посвящено празднику труда и открытию обновленной доски почета области. За наградами на сцену филармонии поднимались ильичане. Звание «Человек года Гродненщины» присвоено начальнику участка отделочных работ строительно-монтажного треста номер 19 Елене Жодик и отдельщику выдувных изделий стеклозавода «Неман» Валерию Богинскому. За успешную работу отмечены частное унитарное предприятие «Столи» и Лидский районный центр культуры и народного творчества. Председателю Лидского райисполкома Сергею Ложечнику вручены награды за достижения района. Третье место в первой группе в номинации за достигнутые высокие показатели в социально-культурном развитии и второе за достигнутые высокие показатели в строительстве и развитии отрасли строительной индустрии. Лидский районный центр культуры и народной творчести – это великая творчая семья, натхненная народными традициями и творчестью. За этой великой узнагородой стоит важкий труд, шмат готовый всего коллективу. Лидский районный центр культуры – это традиции и сучасность. Нам завсёды есть чем гонориться, нам есть чем удивлять глядачов и наведывальников. В Лидском районном центре культуры есть три уникальных, выдатных человека, которые по выникам штогодового конкурса имя Александра Иосифовича Дубко являются лауреатами. Это Ганна Булай, это Валентина Сильванович, Ирина Вашкевич, это наши поважанные працовники и специалисты. Лидский районный центр культуры прославляет Лидшину на всех уровнях своими брендами. Такие яскравые бренды, как «Звеніць коса живе вёска», «Парышнику, что з родной хаты, мы познаем свою родиму», «Районное свято каля замка на Купалу», «Дискотеки в Лидском замку, якія збираюць каля 2000 наведвальников», так само «Майонтак Домбовецкого запрашае». Еще наши коллективы творчие, народные, узорные, являются гонором усёй Гродненской области и не только. Это «Гудский гармоник», «Ульяница», «Талер», «Батлейка», «Каханочка», «Круиз». Это саправды профессионалы высокого уровня.